спас бесчисленные жизни, но за какую цену? Сколько больше должно быть потеряно, чтобы этого было достаточно? Габриэль мог ускользнуть в прошлый раз, но теперь все кончено. Находимся на пути к настоящему врагу. Как нам его найти и там? Он уже не ограничивается подводной лодкой. Надо думать иначе. ИИ находится вне моря. Нужно охватить все возможные направления. Преследуем ИИ, даже если придется достичь края Земли. Космос — это совершенно новый уровень игры и так. ИИ где-то там. Найдем его, где бы он ни скрывался. Мы уже сталкивались с невозможным. На этот раз не исключение.